Что? Чё, говоришь, всем привет, играем в тюрьму. Шикарно. Надо теперь слышать, что они говорят. Сейчас, походу, провокорм будет. Эй, начальник, открывай ворота. Фридей, смотри. Все, Фридей. После открытия ваших клеток вы не только на диванах. Мучка килл, оружие, какие попытки побега килл. Там же Фридей же. Ой, нахуй Фридей. Можно переизбрать на себя командование в начале раунда. Только на диванах, да? Да, только на диванах. Твой дом на диванах. На диван, да? Чего? На диван 3. Тихо, не говори, уйдет он-то. Да. Он не понял, кто это сказал. Начальник, без предупреждения, голосовой чат ограничиваю полностью обеим сторонам. КТшникам только в крайнем случае. Смотри, там паук прицеп, командир. Вообще, я теперь нельзя болтать. Смотри, без палёк. У тебя есть? У меня нож есть. Как его кидать из чёх чуваков? Нет. А он не дамажит вроде. А правой кнопкой да лучше бомбить? А одинаково вроде. Ясно. А своих можно с ножа завалить? Нет. Смотри, без палёк. Я на микрофон нажму, смотри. Смотри. Я тоже. Здесь чуваки. Саймон говорит, что игра началась. Начинается с этим Саймоном опять. Ограничься. Саймон говорит, что паук птицы есть, Саймон. Саймон говорит, что игра началась. Прошу прощения. Выходите на центральную линию, будем играть. Пойдем туда или нет, или будем играть? Тихо, подожди. А, он же сказал, не Саймон. Бегом. Я выдал приказ. Не Саймон же, ну. Я чуть ли не побежал уже. Ты сказал, что Саймон начал играть? Да, по-моему, я не знаю. Все вышли уже. Выходите быстрее, вы что? Выходите. А ты что волчишь, что я не рассказываешь? Мне кажется, он убьет всех, кто вышел. Да хер он. Я сзади них. Да, убивает. Убегаем, я пошел. Ааа, валят все. Сука. Реально, а что ты говорил, Тимур, выходите? Он же не говорил Саймон. Я думал выходить. Он же сказал, Саймон говорит, что такое. Нет. Ты такой вообще не очень. Понял, все. Я как стадо за всем пошел. Ладно, молодцы все, кто остался жив. Саймон сказал выйти на центральную линию. Саймон. Сказал, он говорит. Да. Говорит же. И скорее всего тебе нет 15. Там троллит его чувак жестко. Скорее всего, говорит, тебе лет 15. Смотри, опять наебали еще троих. Кто, блядь, назначил командиром паука? Это я случайно. Я, короче, был ебать, веселый тип, а? Предупреждение. Что там за предупреждение, чё? Потом, ну, типа, он может админ. Почему-то еще его назначила, чувак, я не специально. Бывает, Саймон говорит выйти на центральную линию. Да кто-то что-то болтает. Выходите на центральную линию. Фалькон, ты такой вообще беспалевный. Такой в приседке. В приседке такой пришел. Встань, Фалькон. А чё? Я не разрешал тебе вставать. Ну, то есть Саймон не разрешал тебе вставать. Прикинь, жёсткий вообще. Саймон говорит, что игра закончена. Прикольно он, да, мутит фишки. Ты не треть. Блин, надо это, срочно было тебе убегать за пушкой. Мансануть. Чёрт, я тебя... Туда всё? На хоккей всё? Да. На ней что-то их много смысла. Сверху палит. А там есть пушки, да? Ну-ка посмотрю. Подожди, а что за столовая? Я что-то не понял. А где? А, о, нашёл. Пушки лежат. Прикинь, там нету эмок. Чё за прикол? Где? В это, где хоккей? Ну, менты, может, сходили, подобрали по-грамотному. Кто-кто? Менты? Да, есть эмка. Две эмки лежат. В смысле? Я только что там был.
Вот, а, все, да, есть. Надо две эмки брать и валить их нахер. Че это спрей? Зачем вы им мячик принесли? И что с этим мячиком делать? Бегом. Мяч не трогать. А что они там будут делать сейчас на футбольном поле? Оружие раз, 2Б, оружие 2. Давай, у тебя дробовик, он тебе скинул. И все, давай. Смотри, он где-то еще оружие подобрал, лоу. Скорее всего, его нет, называют 2Б. Проходи быстрее. Я пуст. А я чужая, футбол будут играть? Хот-доги, задницы, гоги. Черт, я пассивный. В эти футбольные ворота зайдите. В эти. И чё они сейчас будут делать в футбольных воротах? Вот в эти футбольные ворота бегом. Заяц. Хана ему походу. Издевательство. Типа КД против КД? Нет, шоколадный заяц. Ты я же сейчас модный. Сюда. На две команды, сюда. Смотри, поделил он. Чуваков, смотри, синий-красный. Играем в метание дигла. Что за метание дигла? Ну смотрите, сейчас вы по очереди. Дайте шоколадному зайцу. Их, смотри, дигл кидается. Я кину. Значит, вы сейчас по очереди, не заступая вот эту линию, бросайте свой дигл. Не заступая вот эту линию. Типа кто дальше? Да. Прикольно. КТшников, отойдите все с линии метания. Отойдите с линии. Вот он злой вообще. Не тупите, пожалуйста. Что, не, сейчас. Давай. Фу! Лох. Вообще. Надо вверх, да, кидать, наверное? Такой же. Блядь, хуй слов. Со вторым пауком птицеедом. Заяц умирает. Надо было, они даже не... Вот этот вверх кинул. Да. Пошли на вышку. А этот вниз кинул. А зачем его на вышку тащат? Сейчас будет просто сейчас зрелище. Сейчас красиво его стреляют, убьют, наверное. Вообще нормально. Где этот заключенный? Поднимайся. Я с тобой. Давай. Заключенный, поднимайся. На край. Все, сейчас полетит, смотри. Повернись в другую сторону. Жесть вообще. На счет три прыгнешь. Раз. Два. Три. Пиздец, он, блядь, тут сложил. Какой бред вообще. Смотри, он его еще это в воду. Фак ее там еще, блин, а? Прикольно. Когда мы начнем рулить уже, а не умирать, как дебилы? Начинаем, сейчас. Не бывай, не наши. Еее. Я командир. Я командир. Ты командир, рот твой бомбил. Когда тебя РДМ? А, так, зэки, по открытию ваших джайлов все сидим на красных диванах. Значит, какие оружия кьем? А вот чат ограничен. Твоя мамка сдохла, кьем. У тебя опять не слышно чат. Да это, блядь, потому что 30 секунд после. Да. Блин, он, значит, не слышал. Вот урод. Сидеть надо, да? Три, можно убивать. Кто-то там, так кто там ментов наяривает, слышь? Кубик АФК 1, кубик АФК 2, кубик АФК. Там кто-то... говорит, надо вроде двинуться. Просто не скил без предупреждения. Блин, я прям возле двери вот этой, где на М-ку бежать. Да, все проходим на картах на черно-желтую линию. Чё, на картах все идем? Да, сидя. Убейте всех, кто пошел на картах, ребят. В смысле, а чё так... Я не понял, почему вы убежали обратно? В смысле, а в чем прикол? Почему ты сказал всех убить? Я сказал убить всех, кто... Чёрт, извините, блин.
Чё? Придурок, малолетний! Твоя мамка, мобил! Давай побежим! Побежим, давай побежим! Побежим, нет? Давай, давай, папа, так. На шифте, на шифте! Давай! Где же побежишь? Штука! Так, всё, встаньте в строй. На линию 2. А покиньте мою встать. Движение ограничено до движения мыши. Отойдите! Бля, вот бараны вообще. Он сказал микрофон, и он не пошел сразу. А, нет, Хьюку никому нельзя. А, выбирайте игру, в которой мы будем играть в этом раунде. Вот тупой вообще командир. Меня взяли, убили просто. Ладно, королем становится тот, кто знает, сколько у меня патронов. Сейчас, подождите, подождите. Ага, блин, нихуя ты. Вот жесть 20, пошла. 20, 25, 20, 15, 16. Там кто-то в чат наяривает вообще. Ой, дупой командир вообще. Меня так опять ни за что убили. Тебя убили, что ли? А тебя, Тимур, ты, Тимур, жив? Как печатающая машинка какая-то. Да-да. А у тебя какой ник? У меня ник Роту. Да-да-да. Кто? Роту 4... Роту 4К. Так, а где он? Да, дорога с 4К. Не вижу я его, его на линии нету. А ты где? Самый правый стоит. Негр такой. ДСШ, Димон, 2B, Гоги. А, во-во, вижу, вижу, все, 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 все. Ты, если что, готовься бежать. Ты знаешь, где МК лежат? Тимур, знаешь, куда бежать? Оттягивайся, да, оттягивайся в правую линию, к правым, да, заложникам. Вот надо, оттягивайся право, потихоньку. Добрый, окей. Тихонько, да-да-да, вот так вот, бути. Давай. Давай-давай. Перемещай, давай-давай. Перемещай, перемещай. Давай-давай. Давай-давай, все-все-все, тихо-тихо-тихо. Еще правее, еще правее. Давай-давай-давай. Такой бред. Давай еще. Вот сейчас, они пока спиной стоят, беги вот в этот проем, где написано Z-ON. Там убьют его. А сейчас, если кипиш начнется, туда беги сразу, если кипиш начнется, туда. Тимур, шифт, левый шифт, быстрый бег. Понял. И потом, знаешь куда? Не в дверь там будет прямо, а направо. А, нет. Тимур, тебя не увидели, Тимур, тебя не увидели. Стой, стой. Стой, не туда. Вот, дверь открывай. Дверь открывай. Закрой дверь только обратно. Заходи. Заходи быстрее. Вниз, туда на пол. Вниз. Нет, не туда. На лифте. Да, вниз на пол. Левый shift зажми, блядь. Лево. Вправо, 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 беги. Во-во-во-во, давай. Вот ты лол. Прямой прям, ускоряйся. Его не видели, да? Ускоряйся. Нет, его не видели. Короче, Тимур, вот темка за скамейкой лежит. За какой, где? Вот, здесь. Стой, пробежал. Посередине скамейки сзади. Все, взял. Меняй. Все. Теперь давай обратно, мы тебе говорить будем, когда выходить. Сразу не выходи, сейчас они будут развлекалово мутить. Налево, стейрс один, стейрс. Вот они тебя проебали жестко. А нахуй тебе лифт, нахуй, пешком. Да, стейрс обратно. Пешком поднимайся. Короче, я проконтролю там, чтобы впереди никого не было. Я же сказал, убивает только командир. Сейчас, стой, не открывай дверь. Нет, не открывай. Голодный заяц, выходи. Пускай там пока сидит, сейчас скажем, когда дверь открывать. Не надо, пускай там сидит пока. Они все равно херней пока занимаются. Тимур, ты можешь открыть дверь и вот к бассейну перебраться. Давай. Дверь закрой. Это палево, пиздец. Все. Сиди теперь здесь в углу. Тимур, эмка кривая еще. Да. Это я понял. Она вообще кривая, я так и не понимаю, как с ней убивать. Сейчас тебе скажем, если подходить будут. Прям пали, да, вход. Во-во-во, сейчас. Нет, что-то, блядь. Что-то уже хотел. Близко, да. Они, прикинь, даже не поняли, что он убежал туда. Вот сюда. А, подойди прям к углу. Чё, ты куда? Подойди прямо здесь в углу и пали. Вот. Да давай, выходи и стреляй. Бля, ушел он. Все, здесь сиди в углу. Я тебе скажу, когда выходить стрелять. Когда, чтоб он на тебя... О, к тебе идет, давай, сейчас стреляй.
Блин! Смотри, пух, пух, говорит, пух. Ты его вообще испугал, по ходу дела. А так... Где бы ты сделал, я по нему очередь дал. Но ты по нему не попал. А так прикольно было, а эти все бичи, их расстреливают. Мопс, я сказал, убивает только я. Это вот, это Мурак он убивает, я вообще не стреляю. Я не убиваю, не надо, я могу... Первая реакция Си. Чё за первая реакция? Про чё они играют? Ну первый кто-кто? Красный. Чё первый кто? Присел бы, тот сдох. Значит, последняя реакция. Кто последний присел, тот сдох. А-а-а. Играем в камень, ножницы, бумагу. Только на счёт три. Раз, два, три тысячи. Три тысячи. Ребята, почему вы не писали? Раз, два, триста. Соси у тракториста, блядь. Три. Бумага, камень. Ну, камушек умирает. А твое последнее желание. Повезло ему вообще. Он внимательный чувак. Всем ПД не будет. Всем ПД не будет, чувак. Тебе можно. Бля, надо как-то вот нам толпой туда бежать. Опять же, в тот проем. И там уже втроем гаситься. Потому что... Бегут, вот, если будет ошибки, да, да, надо смотреть. Видишь, тебе вообще фартануло. Тебя вообще никто не спалил. Блин, у меня опять ничего нет. Ты этот, роликом смотри, что в инвентаре есть. У меня пусто, ни ножа, ни пистолета. По открытию клеток мы все... Вау, достижение. Ну что, как пистолет украл? Поздравьте меня, давайте. Все, держи его, есть что в руках. Так, в смысле, и спрячь? Я украли пистолет и диван. На койках и диванах все сидим. Только на койках, только на диванах. А как на койку запрыгнуть на самый верх? А тебе не КС нужен, а контент КС. Да может не КС. Короче, у чувака пистолет, я его сейчас сдам. А его что, сдавать можно? Да завали ты! Надо как-то туда, но быстрее, чего они не выгоняют? Сколько можно сидеть-то? Сидим. Те, кто скачал, они... Кто стоит на диванах, того убивать можно. Я говорил только сидеть. Эй! Взял мне, стрельнул, дебил. Птяши? Да. Ладно. Так, Саймон говорит, моб Саймон. Саймон говорит, игра началась. Все выходят на точку Саймона. Нельзя же, он же не сказал, Саймон. Сидеть надо, сидеть. Уходи, кто... Командир, возле фридейщика, мы слышим, слышу. Блин, там фридейщик возле того места сидит. Это уже не обманка, если вы не знаете. Ну, ты хочешь жить? Я не хочу, чтобы... Ладно. Нужно, пацаны, нужно все... Саймон не говорил выходить. Так, ладно, теперь Саймон говорит выйти на точку Саймона. Погнали. Там один чувак хотел убежать. Саймон говорит по прибытию замереть. Я правее, пытаемся замереть, чтобы... Да, кто-то утопил! Чувак один. Во, убили одного! М-ку убили! Давай, вали! Забирайте М-ки! Забирайте! Валите, кого можете! Завалил мента! Хорош! Хорош! Хорош даун! Вообще! Вообще четко! О, я с пистолетом родился. А кто такой жесткий взял, мента свалил прям впритык и началось вот это? Кто у меня ты... два пистолета разных, слышишь? У тебя? У меня два. Да. Саймон сказал, игра началась. Саймон один на кровати лежал? Саймон сказал, как скинь мне. Сейчас скину один. Тебя юспали 9 миллиметров? Да без разницы, главное нам опять бунт замутить. Говорит, выйти на точку. Все, сейчас Саймон говорит.
Я говорю, не Саймон, я. Ты мышь. Да ты мопс ебаный. А он слышал? Да? Да, телек. Ютуб полегче, что ты такой дерзкий? А чё бы не... Выходим, да? Выйти на точку. Я говорю. Кто я? Не выходи, ты чё? Там Саймон должен говорить. Кто-то нычку пошёл. Проверьте. Слышай, да убьем, слышишь? Давай. Давай, я в нычку пошел. Вали, я пошел, я побежал. Я побежал, я туда бегу в нычку. Да бей его, бля, хуй сос. Ты умер, да? Вообще красный, бля. У него 9 хп. Кто-то за мной побежал. 8, 9, 10. У него нет брук. Где-то ютуб был этот. Где-то, говорит, ютуб, говорит, был этот. Я уже с эмкой сижу. Ты с эмкой? Да. Где здесь ютуб? Я тебя бомбил, понял? Нет. Соси. Я на хоккее. А где ты, Олег? На хоккее. Соси. И драться будем? Драться будем? А меня кикнули, прикинь. А я думал, мы будем драться. Ну вот.